такая машинка Haval, вот такого фасона Jolion. И с ней была проблемка, в частности, тут ударчик был, зазоры поуходили, крепления фар поотломались. Ну и как оказалось, при осмотре, чтобы все это дело поправить, запаять и выставить на места, пришлось снимать бампер, чтобы добраться до фары. Ну и давайте посмотрим, как это получилось. Ну вот эти Хавалы H5, H7 по разборке и снятию бампера видео есть, а на именно вот эту модельку видео нет. Поэтому я решил снять. Кому-то будет полезно. Открываем капот. Что мы видим? Здесь куча клипс. Всех их мы будем снимать, вот эти вот клипсочки, которые держат вот эту верхнюю обшивку, которая прикрывает бампер. Клипсочки раскрываются просто, берем отвертку и движением вот таким на скручивание. Легко достаются вот такие клипсы. Их у нас 8 штук. Достаем. Для этого можно также использовать и съемник. Поддеваем. Есть такой съемник. Кто-то их называет клипсодерами. Выглядит вот так. Убираем все это в сторону. Клипсы мы сняли, теперь надо вот эту панельку снимать. Снимается вот так, берем и сдвигаем вовнутрь и выводим вот отсюда. Здесь мы видим у нас бампер на болтиках. Болтики здесь М10. Четыре штучки на 10. Вот. И вот по краям тоже клипсочки. Снимаем также. Машинка новенькая, поэтому все снимается довольно легко и просто. Теперь надо снять крепление, которое у нас есть вот здесь. Вот они. Соединить защиту, дабы снять вот с этих защелок слева и справа. Чтобы удобнее было снимать крепеж саморезики, выкручиваем колесико в крайнее положение. Вот они наши саморезы. Берем обыкновенный шуруповерт и выкручиваем все это. Теперь с другой стороны. С этой стороны все аналогично. Заглянем теперь под низ бампера. Вот крепление. Здесь такие же классические крепления пластиковые. Все снимаем. Это мы сняли. А еще вот по краям. Пластиковые клипсы сняты. И вот здесь еще есть на 10 с одной. И с другой стороны. Два болтика. Конечно, снимать это все с ямы или же на подъемнике было бы удобнее. Ну ничего, справимся и так.
Здесь вроде бы все освободилось, надо посмотреть повнимательнее. Защита здесь довольно мягенькая, отводится легко. И пробуем потихонечку. Да, все отсоединяется легко и просто. Вот такие здесь защелочки. То же самое. Отводим защиту в сторону и потихонечку, аккуратно отщелкиваем. Вот так все вышло. Далее снимаем госномер. Здесь вот еще есть немножко клеения. Все ослабил, все защелки выдвинул. Здесь вот внутри еще у нас есть, где бампер вставляется на две защелочки. И нашел снизу, там еще подрамничек есть такой. Вот они, крепления еще. Болтики на 10. И откручиваем. Они нас тут и держат. Вот такие 4 болтика с длинной резьбой. И бампер весь сходит. Бампер довольно легко сошел. Вот у нас еще есть крепление. Где-то есть противотуманки. Где-то, может, омыватели фар в разных комплектациях. В данном случае, чтобы снять, надо снять парктроники. Здесь все легко и просто. Отводим со щелочкой, он выходит.